Не пугаемся, сейчас объясню, что происходит. Дело в том, что этим летом Ваня женился и с тех пор все время ходит в приподнятом настроении. Это никакой не прикол, вот кадры со свадьбы. Вот кадры, все документально подтверждено! Девчонки в зале, кусайте локти! Кстати, такой конкурс был на Ваниной свадьбе. Еще и дата красивая, 24.08.19. Вань, ну на твоем фоне любая дата красивая. Шутите, мне пофиг! На свадьбе у Вани. Свидетели на этой свадьбе проходили по программе защиты свидетелей. Голуби из рук жениха улетали в воздух немножечко побыстрее. На этой свадьбе никто не дарил постельное белье, ну потому что мало кто верил, что оно пригодится. Кстати, букет с Ваниной свадьбы девушки до сих пор перебрасывают. Зато штамп в паспорте никто не отнимет. Ну да, с такой фотографией на первой странице до штампа могут и не долистать. А еще мы обвенчались. Шах и мат, атеисты! Танцуем! На свадьбе у Вани, все на утро как в тумане. На свадьбе у Вани, алкоголем запивали. Капец, сначала свадьба Собчак, потом Ваня женился. Превратили институт семьи в ПТУ. Алинда, погоди, Ваня, а где сама невеста? Вы че? Есть же традиция. Невеста не должна видеть жениха еще 3 месяца после свадьбы. Так нет такой традиции. Смысл ей выдумывать? Кстати, всех приглашаю на 2-й день свадьбы. Так свадьба была месяц назад. Да, но я-то еще не ложился. Вань, как брачная ночь? Я че, дурак ее сразу тратить? Я приберегу, котелок-то варит. Вань, ты же в курсе, что это же можно много раз повторять? Че? Это же можно много раз повторять. Ехал! Александр Васильевич, вы женат, и я женат. Теперь можем время вместе проводить. Вань, но он же не поэтому с тобой время не проводил. Кстати, вот первый кусочек торта, мне за него предлагали 50 тысяч. Я говорю, не нужно это для Александра Васильевича. Спасибо большое, но я как-то к сладкому. Ну тогда деньги гоните. Вань. Да я угораю, просто настроение хорошее. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать? Да не беги, я поздравить. Ну, я ж тоже сейчас, ну как получается, часть команды, да? Ну, на свадьбе не получилось поприсутствовать по понятным причинам. Вы ж не позвали. Но подарок я подарить хотел бы. Да не надо. Да ну я что, совсем больной? Нет, конверт. Конверт для молодой семьи. Держи. Сертификат на 2 коней. Теперь это твоя проблема! На свадьбе у Вани, Мендельсон на баяне. На свадьбе у Вани, передача в мусульмане. Дорогие друзья, и все-таки, что хочется сказать в конце? Никогда не сдавайтесь, идите к своей цели и верьте в себя. Никто не верил, что я смогу найти себе вторую половинку, особенно после первого неудачного брака. Подожди, чего? Ну да, так бывает, не сошлись характерами. Еще эти систематические измены с моей стороны. Измены? Систематические? С его стороны? Ну да, да, я о чем. Если у меня все получилось, то у этих доходяг сегодня точно все получится. Так-то, с любовью.